Что бы вы выбрали, торт или хорошую фигуру? Я бы выбрал хорошую фигуру. А как же торт и сладкое? Ну, это детишкам. А нам надо хорошую фигуру иметь. А как вы поддерживаете себя, в форме стараетесь? Надо каждый день немного заниматься физзарядкой по утрам, ходить побольше, ну вот двигаться, и тогда будет хорошая фигура. Мне вот 68 лет, я вот поддерживаю себя, занимаюсь физическими упражнениями по утрам, так что я чувствую себя очень хорошо без торта и без ничего. Хорошую фигуру. А как же торт? Обойдусь. Ну нет, не хочу. Потом. Я типа на диете. Что бы вы выбрали, торт или хорошую фигуру? Хорошую фигуру. А как же торт? Поголодаем? Я не знаю. Наверное, торт. А как же хорошая фигура? Ну, потом поработаем. Сначала съедим торт, потом поработаем. И торт, и хорошую фигуру. А что приоритетней? Приоритетней? Ну, конечно, фигура. А как же торт? Ну, торт тоже можно немного, по-любому. Тортик. А как же хорошая фигура? Тортик вкуснее. Ребят, а что бы вы выбрали, торт или хорошую фигуру? Торт. Торт. А как же хорошая фигура? Как же быть сильным и стройным? Заниматься. Тоже так думаю, заниматься. Но все-таки торт. Да. Да. Что бы вы выбрали, торт или хорошую фигуру? Хорошую фигуру. А как же торт? Потом, после хорошей фигуры. А как вы поддерживаете себя в хорошей форме? Я занимаюсь спортом, туризмом, бегаю, прыгаю, на великах катаюсь, в общем. А потом торт. Фигур, конечно. Несусветной красоты. Я бы выбрал торт. А почему? Ну, не знаю, фигуры так вроде норм. Хорошую фигуру. Однозначно, да. А как ты поддерживаешь себя в хорошей физической форме? Правильное питание, сон и никаких вредных привычек. Никакого курения, алкоголь по минимуму. А у тебя есть вредные привычки? Я бы сказала, нет. А на самом деле? Ну, на самом деле, на день рождения иногда я срываюсь и люблю кушать тортики. Фигуру хорошую. А как же торт? Я не ем сладкое. Я не ем сладкое, правда. Вообще не ем. Торт. А почему? Он сладкий, я люблю торт. Конечно, фигуру. А почему? А торт – это не пища, а фигура – это удовольствие. Лучше, чем торт. Торт. А как же хорошая фигура? Я худая. У меня и так хорошая фигура. Блин, я и то хочу. Хорошую фигуру, конечно. А как же торт? А торт детям. А ты бы что выбрала, торт или хорошую фигуру? Ну, я бы выбрала и то, и это, но хорошую фигуру, потому что я сладко не очень люблю. Торт. А как же хорошая фигура? Торт вкуснее. Лучше хорошую фигуру, конечно. А как же торт? А торт еще подождет до хорошей фигуры. Торт. А почему? Потому что люблю. А как же хорошая фигура? Подождет. Торт. А как же хорошая фигура? Зачем? Главное, душа. А что бы вы выбрали, торт или хорошую фигуру? Хорошую фигуру. А как же торт? Ну, обойдусь без него. А как вы поддерживаете себя в хорошей форме? Как? Ну, никак. Так, на спорт хожу, питаюсь правильно. Торт. А как же хорошая фигура? Это кому она нужна? Хорошая фигура. А как же торт? Ну, можно обойтись фруктами. Хорошая фигура, конечно. А как же сладенькая торт? Да, ну, я люблю торт. И нельзя. Мне можно и торт. А как же хорошая фигура? Мне и так нормально фигура. Я не толстею, в принципе. То что бы ты выбрала, торт или хорошую фигуру? Тортик. А как же хорошая фигура? Не, хорошая фигура – это потом. Тортик вкуснее. Потому что хорошую фигуру можно заработать, а тортик не заработаешь. Торт или хорошая фигура? Торт. А почему? Сладкое люблю. А как же хорошая фигура? Никогда не обращала внимания, никогда не следила. Всегда ем, что хочется. Торт. А как же хорошая фигура? Нет, торт вкусный. Поднимает настроение сладко. Торт. А как же хорошая фигура? Хорошая фигура мне не нужна.